В конце октября семейство Subaru Forester пополнилось в Японии модификацией Sport с турбомотором 1.8, прямым впрыском и перенастроенной подвеской. Рассказывая о нем в новостях, мы пришли к выводу, что в России никогда. И вот Subaru Forester Sport. Признаемся сразу, что Forester Sport для России оказался совсем не таким, как в Японии. Для нас сохранили и обычный атмосферный двигатель с распределенным впрыском, и знакомый клиноцепной вариатор. В Европе и Японии безнадувные двигатели доживают свой век только с гибридными довесками. Но в России успешно продаются моторы Евро-5, да и тяговая характеристика атмосферника российским водителям подходит лучше. И тут нужно отдать должное гибкости Subaru. По сути, нам предлагают Forester Sport в американской спецификации, но выпускаются они не в Индиане, а в Японии, специально для скромного российского рынка. Внешне Sport отличается декором. Черными сделаны оригинальные 18-дюймовые диски колес, решетка радиатора и окантовка противотуманных фар, к слову, теперь светодиодных. А пороги, рейлинги и бамперы украшены оранжевыми вставками. Эти же цветные акценты поддержаны и внутри. По закону жанра нас встречает красная прострочка и оранжевые вставки. Но этот спорт не тот, который турбогонка, а тот, который про активный отдых, поэтому главное интерьерное отличие – это водоотталкивающая ткань. По оснащению Forester Sport близок к верхним комплектациям с приставкой ES, то есть EyeSight. Так у Subaru называется комплекс электронных ассистентов, которые завязаны на стереокамеры. И он стал умнее на всех машинах 2021 года, включая версию Sport. Во-первых, в решетку радиатора добавлена камера переднего обзора. А кроме нее появилась функция мониторинга состояния водителя. Инфракрасная камера на центральном козырьке следит, не устал ли водитель и не отвлекается ли от дороги. А еще система умеет распознавать и запоминать 5 лиц. Как только знакомый водитель сядет за руль, электроника подстроит сиденье, климат и музыку. Дополненный и улучшенный Forester подорожал. С появлением версии Sport весь прайс-лист российского Forester переписан. Цены повысились в среднем на 40-90 тысяч рублей. Ну а продажи машин 2021 модельного года начинаются 25 ноября.